Детский сад номер 55 в Суховке стал на одну группу больше. Это новый дом для 20 малышей. Помещение отремонтировали, купили игрушки, и вот группа готова. Здесь когда-то у нас был музыкальный зал. Сейчас музыкальный зал у нас находится в другом месте, который у нас соответствует всем требованиям. А на данный момент это будет группа для самых маленьких ребят с 1,5 до 2 лет. Маленькой Соне 1,5 года. Теперь она будет ходить в сад, а ее мама на работу. Новый дом малышке понравился. Она сразу подружилась с другими детьми и стала играть. В своем юном возрасте Сонечка уже почти готова к самостоятельной жизни. Бегаем, играем. На горшок уже, конечно, приучаемся, еще не до конца, но вот, кушаем ложечкой, тоже начинаем еще только. Из кружечки пьем, ну, тоже так, все понемножку. В гостях у малышей сотрудники мэрии. Год 2014 для дошкольного образования выдался плодотворным. В садах стало на 435 мест больше. В новом году работа продолжится. Мы на улице Рабочей планируем открыть во второй половине этого года. Уже буквально через несколько месяцев, наверное, к весне откроем новый детский сад в Абавдотино. Это большой комбинат на 220 мест. И у нас, конечно, планы при поддержке региональных властей, федерального правительства, начать строительство детского садика на сортировке. В планах еще один детский сад в микрорайоне Московский. Для него уже разработана проектно-сметная документация. Дошкольное учреждение будет входить в комплекс 36-й гимназии и начнет свою работу в 2016 году. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.